Всем доброе утро. Вчера договорилась с поставщиком, а он, видимо, новенький, и боится подниматься к нам в город, туда на гору, и говорит: встретимся с тобой где это? Внизу. Договорилась с ним встретиться. Сейчас звонит, а я же машину веду, я же не могу трубку взять. Ну, хоть догадался еще раз позвонить. Короче, я беру трубку. Ой, с тобой вот договорился мой компаньон. Типа это, у меня есть для тебя посылки. Я говорю, ну да, говорю, я здесь. Короче, я сейчас приеду через 3 минуты. Вот они, смотрите, такие. Они, во-первых, на той неделе сказали, что они ко мне 5 раз приезжали. В Рунишке. Потом они звонят, когда я не могу трубку взять. Ну, перезвони ты через 10-15 минут. Нет, ни хрена не звонят. А потом, когда с ними договариваешься, они еще и не приезжают. Как так? А я уже успела в машину воду залить. Какая-то капелька. Это что ли? Не пойму. Он не он. А на улице-то холодно. 10 градусов. Наверное, он. Короче, ставила люлей по полной программе. Говорю, в следующий раз, если мне еще раз не позвоните, будете наверх подниматься. И наплевать, боитесь, не боитесь. Сказано, доставка до дома? До дома. А как еще? Это не я звонил. Я говорю, ваша компания, мне какая разница, кто там у вас звонил. Правильно? Хотя я не хотела ругаться, но потом думаю, надо поругаться на следующий раз. Я говорю, я иду вам на уступки, спускаюсь, жду вас внизу, хотя у вас написано, какой адрес. И могла бы сказать, а мне наплевать, что вы там не хотите подниматься, ваши проблемы, пешком. Нет, я жду. И вы будьте добры также на уступки идти, правильно? Ух, какие! Ладно, поехали на работу. Поэтому они не хотят подниматься, потому что смотрите, как здесь. Конечно, кто же хочет подниматься-то? А меня не волнует. Видите? Машина тютелька в тютельку. У меня там клиентка стоит. Я тут езжу, разъезжаю. И вот так вот. Ой. Не можете вы стоять. Такой поворот плохой был. Вот они из-за чего не хотят. Видите? Тютелька в тютельку. Но здесь проезжают. Кто умеет. Ой, ладно, поехала я быстрее. У меня там клиентка ждет. Ну что, я уже освободилась. Оказалось, это моя постоянная клиентка. Представляете, просто она заболела. Ну как заболела? Не старенькая уже. И тяжело ей ходить. И, в общем, так вот. Сейчас Чарли у меня в машине сидит. Сейчас машину воды залью. Как раз я ее специально... О, моя рыба сидит тут. Сладкая, да. Здесь у нас вот такой кранчик. Налила воды, там машина сейчас. Смотрите, какой вид у нас. Классный. Ну, холодно. Море спокойное. Только сейчас обратил внимание. Я захожу к ней и говорю, ой, блин, так это же моя постоянная клиентка. Говорю, вам надо было сразу сказать, что вы постоянная клиентка. Я бы даже и это возражать не стала. Вот. Она говорит, ой, да, надеюсь, что к следующему разу я буду себя чувствовать хорошо и сама к тебе дойду. Я говорю, ну теперь зная, что это ты, говорю, сама приду. Чарли, бин, я не кочи, бин, аки, бин. Бин, ки, не кочи, корри. Я не кочи, аи. Там собачка просто, вот они дружатся. Да, берете. Я в Альканку приехала. Сейчас быстренько кое-что закуплю.
Блин, палец обрезала, щипет. Сейчас это, руки же дезинфицировала. Так, надо мне в список мой лезть, поэтому, смотрите, сколько народу, все покупают. А я в своей тележечке. Мне как-то с ней привычнее и лучше. Так, а что мне надо? Я куда-то прям вот лечу, как будто с такой целью, что я знаю, что мне надо. А я же не знаю. Сыр творожный Альметта, я его обожаю. Появился, ну-ка, посмотреть, до какого срок годности. До 31 января. Возьму парочку. Ой, взяла сыр. Вот, такой стол. А, нужно за колбаской сходить. Кстати, если вы хотите копченую сервелат или что-то такое, вот похожую на нашу русскую колбаску, вот, пожалуйста. Знаете, самое вкусное вот это. Это вот как не сырокопченая, а копченая колбаса. Очень вкусная, вообще обалденная, даже вкуснее, чем вот я. Вот это вообще, вот эти тоже, все они такие копченые и похожи на наши колбаски. Очень вкусные. Так что всем советую. Кстати, вот эти тоже вкусные. А вот это кожа свинячья. Она обалденная. Она до такой степени зажаренная, что она прям хрустящая такая. Прям ням-ням-нямочки твои, ням-ням-нямочки. А мне нужен фуэт. Я хочу взять фуэт на Новый год уже. Какой-нибудь вкусный. Вот, фуэт экстра, какой-нибудь фуэтик, зафуэтить, даже не знаю, какой, какой-нибудь вкусненький хочется, ой, с грибами, блин, вот это возьму, труфа и все дела, на Новый год, такую нарезку, тарелку делаю, сделаю, сыр, колбаска, так, надо опять лезть мне в список. Я уже затарилась. Посмотрела на время. Сегодня должна Татьяна приехать. Чарли, где ты паса? Перед. И, в общем, она яйца мне должна привезти. Вода у меня течет прям. Чарли, бентяки. Из-под машины. Вот, сейчас пойду посмотрю, приехала она уже или нет. Мы с ней вообще-то чай договорились пить. Но сейчас посмотрю, если приехала, то я заберу яйца. Она все равно здесь будет находиться некоторое время. А потом я подойду еще, поем, быстренько подойду и с ней еще и кофейку попьем. Она потому что... Вкусняшки принесла русские наши девчонкам и мальчишкам на Новый год. Вот. Ну, а так, как я сама люблю очень сильно готовить, то сама вкусняшки буду делать. Ну, вот яйца от ее кур. Я, конечно, не отказываюсь. Так, будем брать машин сегодня. Такой поворот плохой сделали здесь. В очереди опять стояла, знаете, а сейчас же... кассы, проход и потом уже очередь. И в этот проход все люди думают, что в эту кассу никого нету и встают вперед меня. Ну, все не туда напали. Я такая, женщина, мы тут, а сзади меня еще уже 3-4 человека были. Она такая, ой, да, очередь. Я говорю, угу. И мужчина такой, а у нее было мало покупок, а он говорит, идите вот в другую кассу, где это... самообслуживание, где сам себе парикмахер. Да, вон она. Значит, пойду я заберу яйца и сделаем вот так. Ой, она наряженная. Сегодня нет распаковки. Вот. Все одно и то же. Ну, хотя не одно и то же. Вот, например, вот такой соевый соус никогда не брала. Он около 4 евро стоит. Потому что у меня маленькие чипизденчики постоянно заканчиваются. Уж взять так взять, правильно? У меня уже кофе тайм. Вот. А так
Все, ну вот сыр это видели, вы колбаску видели. А все остальное больше, в принципе-то, ничего обычного. Забрала яйца у Танюши. Вот, ой, блин, прикол был этот еще тот. Сейчас покажу вам прикол. Будем вместе смеяться. Я тут разогреваю суп мужу. И кофе попью. Вот с такими конфетками. Они как, знаете, с маршмеллоу внутри. Очень вкусные. Я прям такую вот, я вообще люблю, обожаю все, что тянется. Люблю зефир, пастилу. Типа птичьего молока, знаете? Сейчас попью и расскажу, что смеяться-то. В общем, когда яйца забирала, Таня говорит, вот тебе новогодний подарок. Это мое варенье из айвы. Я сама лично приготовила, типа экологический продукт. Так смешно не в этом. Смешно в том, что 2 дня назад брат мужа передал ему двоюродным. Он делает очень хорошие карне де мемри. Это как мармелад из айвы. Прям вообще суперский. А у меня их столько, что просто я еще в прошлом году варила, у меня просто там пол холодильника забита этим мармеладом из айвы. Вот. Потому что он не всегда получается мармеладом, он иногда получается вареньем. Вот, там как надо присноровиться, у меня все получается замечательно. И я такая смеюсь, говорю, передарю Таниному мужу. Я приготовила вот такой вот таринку именно с мармеладом из айвы. Брат передал, который. Вот, но у нас действительно много. Я говорю мужу, зачем ты взял? Он говорит, а что, говорит, как я откажусь? Я говорю, ну ладно. Он говорит, передари. Я такая, оп, так и сделаем. Но помимо этого, потому что я, знаете, я когда в Приморь ходила, позавчера, по-моему, или когда я там или когда, в общем, увидела вот такой набор. Здесь тени, тушь, карандаш для глаз в Приморье. Вот, с косметичкой. И подумала о Тане и решила ее вот так вот подарок ей сделать. Ну, как бы одной-то ей не сделаешь. Купила вот такие вкусняшки для ее детей. Вот, Дед Мороз такой пришел. И вот, а мужу, короче, вот этот вот, вот так вот будет такой вот Дед Мороз приходил. И принес вот такие вот подарки. И когда она мне дает эту баночку, я говорю, Тань, она такая, подаришь кому-нибудь? Я говорю, вот, подарим. Я ей, она мне, она другим, а я им, в общем, и смех, и грех. Вот. Такие вот подарочки, представляете? В общем, я сейчас... А вчера муж еще в аптеку ходил. У него этот бронхит, короче. Там антибиотики выписали, все дела. И вот он в аптеку ходил. Там у него друг, у него аптека. И этот аптекарь нам каждый год... Ну, вообще, он, наверное, своим клиентам дарит. Вот, например, в этом году подарил вот такой гель для душа. С витамином Е, все дела. Вот, ну и календарик. Пахнет вкусно. Ну, он вроде натурпродукт, все дела там, с витаминами. В общем, будем мыться. Так что я сейчас собираюсь и иду с Татьяной пить кофе и отнесу ей Дед Морозовские подарочки. Она мне варенье, я ей тоже варенье. А что, у меня было так задумано. Вот. Посмотрим на ее реакцию. Пойду пешком, потому что это будет у меня такая прогулка пешая, как я делаю каждый день. Спорт, в общем. Потому что. Быстренько освобожусь. Хочу хлеб сегодня сделать. Не просто хлеб, а рулет с маком, представляете? Вот в голове у меня давно такая мысль. Вот, из моего супертеста, который у меня на канале есть. Так что можете зайти. Тесто действительно суперское. У меня подруга делала из него пирожки. Она говорит, мягкие, воздушные. Так что проверенные, не только мной. Вот. И хочу сделать тоже машину, что ли, рулет из этого теста. Мне кажется, у меня мак же есть. И вот посмотреть в интернете, как там маковая начинка делается. Это же не просто маком насыпал и все. Должно быть вкусно.
Ну а пока кайфуем и встречаемся с подругами. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, закрываем. С кем спала? Давай, выходи, я тебе сейчас посмотрю. Не хочет выходить. Ой, договорились, что ли? Смотри, тебе, у меня Дед Мороз приходил, говорит, вот, Татьяне передай. Надо намордник одеть сначала. Ну, давай. Ну, спасибо, так нечестно. Почему это? Потому что сегодня подарки не раздаю. А куда же я тебя увижу? Ну, иди, на, давай. Посмотри. Спасибо. А это, ну, ты посмотри. Кстати, будешь долго смеяться. Трусы давай. Красные. Не, какие трусы. На, это вот из-под яиц вот тебе тоже отдаю. Своими же резинками. Молодец, хороший. Смотри, смотри, сейчас будем смеяться. Это ребятишкам. Понятно. Это Катя. Это почему-то Катя, это тебе. Не знаю, да. Катя, нифига себе, Катя. Благодарствуем. А Манол, смотри, что. Катя и Ваня, вот вон им это. А что это? Карне де мембрию. Мы что, теперь варенье будем отметить? Да, ты мне, я тебе, потом ты другим, я другим. Благодарствую. Вообще, подарки дарят 31-го. Да где же я тебя увижу 31-го? Мы тут это, смеемся. Она мне Карне де мембрию подарила. И я ей Карне де мембрию подарила. Все друг друга дарим. Смотрите, какая она красивая. Красота. Да, красота. А ты даже очки одела. Что ты меня снимаешь, палатки очка? Да у тебя их три штуки. Зачем тебе стулья? А зачем очки вообще? Снегурочка без очков ходит. Чтобы мои глаза не стыжие не видели. А, они у тебя еще и бесстыжие. Да. Ну все, ну оставь ты их, что ты с собой-то надо нас... надо еще убрать. А, чтобы не стырили? А Танюха... Танюха в пути. Оля, на тебе тоже баночку, с Новым годом. А ей с чем? То же самое все. А, да? Да. А ты ей не принесла взамен? Взамен ей тоже, смотрите, какой у нее рабочий этот... Сегодня плохая работа, ничего нету. Ничего не хотят жрать? Ничего. Зажрали. Говорить, да ты накормила всех. Не говори, денег ни у кого нет. Ну вот сейчас заработают. Да сейчас плохой месяц, февраль вообще тухляк. Смотрите, какие они тут. Поляну мы себе накрыли. Заказали по кофе, наглые рожи. И поляну накрыли. Я даже не знала, что такое можно. Вернее, что они принесут. Ну, вы разговаривайте, я сама с собой. А ну помячим. В общем, я буду завтра все делать. Да. Ой, простите. Можно я туда залезу? Тань, да, полазь еще. Тань, лазь, лазь. О, хорош. У нас ножа нету, торта нечем раз это. Поэтому мы ложкой. Карамель вкусный вообще. Я уже дома, уже сделала пару. Мы что-то так заболтались, что... Сейчас я вас в другое место повешу. Во, вот тут мне нравится больше. В общем, так заболтались, что на 2 часа. Но план у меня был таков, что сделать рулет маковый. А пара уже подходит, но прежде нужно заварить. Где тут? Ой, а там есть сахар. Где же есть? Шиповник. Я же имбирь купила. Сейчас шиповник заварю с имбирем. Ой, ляха-муха, не падать. И я совсем забыла, что Новый год-то уже завтра. Селедку из морозилки достала. Картошку все-таки буду селедку делать. Я что-то так подумала. Думаю, ну Новый год без селедки под шубой. Меня люди не поймут. Поэтому сейчас поставлю яйца, кстати, варить. Купила у Танюши яйца домашние. Вот. Поставлю картошку. Морковку. В общем, все как полагается. У меня еще один салатик запланирован. Так что надо уже все готовить. Ну, рулет хочу. Давно его хотела, поэтому забацаю. Так, ладно, я буду шуршать. Вот. И все. Ну, как вкусно пахнет имбирь. Понюхать. Ой. Какой у меня будет ароматный чай.
Все, тесто отправилось в духовку. А вот, подниматься. Сейчас холодно, поэтому нагреваю духовку до 50 градусов, и там оно поднимается. Вы знаете, все эти рецепты мы берем, конечно же, в интернете. Вот, что придумывать велосипед, правильно? Но потом, вот я все равно дорабатываю все рецепты. Даже это тесто, вот, которое я взяла, я его нашла и потом доработала, чтобы оно было лучше. Внесла свою изюминку. Вот, а сейчас я буду искать начинку маковую. Как ее делать? Потому что там же не обычный мак. Тут сидит еще пожиратель мандаринов. Вот, пока у меня будет тесто подходить, буду искать начинку. Вот хочется маковый рулет, и все, хоть ты тресни. И тресну. Друзья, это будет бомба. Два рулетика вышло. Этот какой-то потоньше. Вот этот прям вообще шикарный. Начинка. В общем, читала, искала, суть поняла. Сама все сделала. Без рецепта. Но попробовала начинку, это просто нереальность какая-то. Так что ждите, обязательно сниму. Все, это отправляется в духовку. Другой тоже. Вот. Здесь все уже сварено-наварено. На селедочку под шубы. Завтра ее как это быстренько. Ну, я мало буду делать. Буквально мне одной, там, я не знаю, вот столечко. Вот. А с вами я буду прощаться. Еще один сделаю замазку из крабового мяса. Прям крабовое мясо, не крабовые палочки, сурими или как там, а крабовое мясо. Ну, вы все это увидите завтра. Так, подождите, завтра это у вас еще не будет не Новый год. Завтра у вас будет 31. Я вас завтра поздравлю. Но все равно всех с наступающим. Приятного вам и классного настроения. Потому что создавайте его сами. Если мы сами не создадим настроение, то его нам никто не создаст. Всего самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.